Здравствуйте, дорогие друзья, мы приветствуем вас в Уфе на стриме «Нефтяник», где пройдет матч 17-го тура МЛБ первой лиги между футбольным клубом Уфа и нижнекамским «Нефтехимиком». Номер 11 и Мераби Уридия, номер 10, лучший бомбардир «Нефтехимика» в этом сезоне, 5 мячей на счету Мераби Уридия. Ну, тяжело против такого соперника любой команде первой лиги. Подача в штрафную, удар, и вынужден был вступить в игру Кукушкин. Переводит мяч на угловой. Вратарское действие. И угловой удар сейчас будет. Заурбек Плиев. Кассинтор смещается в центр. Но отпустил мяч далеко от себя. Тем не менее, отскакивает он к Кортису. И удар поворотом. Вот это уже что-то. Настоящий форвард. Было минимум времени на принятие решения. Ортис справа располагается Константин Плиев. Низом подача. Темников доберется до мяча. И в итоге, да, даже удар состоялся. Да, ну и атака была неплохая. Кирилл Новиков. Что опасная атака «Нефтехимика». Рагиз Галиуллин. Подача и удар. Пауз остановок больше. Ну, возможно, низкая температура. Кассинтура сыграли в стеночку. Кассинтура набирает скорость. Здесь справа предпринял рывок Голубев. Но Кассинтура идет вперед и... Во втором тайме уфимцы за счет таких быстрых атак уже несколько раз пробивали оборону «Нефтехимика». И для Кирилла Новикова ситуация кажется достаточно тревожной. И здесь ошибается Лайкин. И ничего, ни секундочки не добавил. Добавленные стекли. И эта игра вполне закономерно завершилась нулевым результатом. 0-0.